здесь наблюдаем какой-то кусочек грязи. Да нет, нет, это насекомое. Что же это за насекомое? Где же его членики? Оно же должно быть членистоногой. Нет, это кокон насекомое. Насекомое спряталось только что внутрь и показывает свою голову, пузико, голова, ножки. И это листоед. Это личинка листоеда из семейства криптоцефалины. Пытается от нас убежать, и попалась она лишь всего лишь на дороге. Вот в этом своем чехольчике, в своем капсуле, как в комбинезоне, передвигается, чтобы никто не заметил, не съел. Даже есть огромные вот такие наверху щетинки, которые, может быть, образовались от личинки. А все сделано из кусочков земли, скреплены слюной, цементом. И криптоцефалина – это всего лишь листоед, маленькая личиночка листоеда, скромная и невзрачная. Но чтобы ее никто не съел, она обязательно прячется вот в такую капсулу. Сначала маленькую, крохотную, в которой находятся крохотные личинки первых возрастов, а потом они подрастают, становятся более крупные, вот как ручейники. И потихонечку вот так носят с собой этот домик, вылезают оттуда и несут его вместе с собой. Только домик у них попроще. Видим такой земляной. Вот видим, показалась голова. Все как у настоящей личинки жуков. Три пары ног, крупная голова, хорошая мандибула для листьев. И довольно шустро можно бегать. И тем самым убежать от хищников. А хищники не дремлют. Разные жуки-жужелицы, да и птицы. А если притворился вот таким кусочком земли, то никто и не заметит. Лежит кусочек земли, а время от времени переползает с одного места на другое, подъедает под собой просто листик. Очень удобная маскировка, приспособление и адаптация для выживания в условиях, где каждый хочет кого-то съесть. Особенно такого маленького и скромненького листоедика, как вот это из семейства, подсемейство криптоцефалина, семейство хризомелида. Так что, если заметите, у него есть и свои паразиты, которые нападают и на личинку, и на яйцо этого замечательного жука-листоедика. Но не надо его убежать. Он маленький, кругленький, очень красивый. Особенно, когда станет взрослым жуком из семейства криптоцефалина. Криптоцефалус, например, так и называется род. Вот, видим, 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 может путешествовать и даже уносить свой домик. Раз прицепился за листик, вдруг листик можно попробовать. Не знаю, дал ему листик гречишки. Понравится ему листик гречишки или еще не понравится, неизвестно. Но листик, кажется, пользуется успехом. Значит, переползал и хотел покушать. Видите? А вот так вот личинка перевернулась на спинку. Не может ей сразу встать, а пытается. Ей нужно за что-то зацепиться. За листик, за палочку, за веточку. Или тогда как-нибудь перевернуться и тогда свой домик перенести. Потому что в домике там крепко держаться, наверное. Что-то там приклеено уже спинкой. И можно перевернуть. Нет, нет, можно даже крутиться. Можно даже крутиться. Лучше перевернуться вот так на другую сторону. И снова поставить свои лапки. И тогда тихонечко можно удирать. Раз. Можно убегать. Вот такая интересная личинка у жуков-листоедов. Многие листоеды такие, как обыкновенный колорадский жук, открыто живут. Но они зато невкусные, ядовитые. А этот червячок такой беленький, вкусненький, не ядовитый. Но зато, чтобы его никто не съел, надо спрятаться вот в такой домик, как у ручейника. Ну и тогда нужно носить его только с собой, чтобы время от времени в него прятаться. Мы видим его спинку, голову черную, черную грудку и три пары черных ножек. И время от времени можно так раз, сегменты сократились, можно спрятаться внутри. Сидишь, ты там себе тихонько головой закрыл, входа никто не зайдет, даже муравей не сможет укусить за плоскую голову. Такое спасение для жука. Вот так вот жук вылезает. И чтобы увеличить себе камеру, раз берет такой кусочек экскрементов, схватил вот лапкой, и приклеивает его к своему домику. Домик тем самым увеличивается. Вот видите, смочил его слюнкой, секретом шелковистым. Ну, или не понравилось, потому что здесь под лампой жарко и страшно. Лучше всего выбросил и побежал себе дальше.
А тут еще может кто-нибудь и сесть на таком свету. Потому что лучше или побегать, или спрятаться. Две стратегии. Кто-то убегает, кто-то закапывается, а кто-то делает себе интересные такие укрытия. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, заходить на нашу страничку в Ютубе, подписываться и заходить на страничку в Патреоне, что тоже немаловажно для поддержки нашего канала. Посмотрите, что такое страничка в Патреоне. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Вылезает, вылезает. Не просто вылезает, несет с собой кусочек грязи. Несет кусочек фекалий с тем, чтобы приклеить на свой домик и сделать еще больше укрытия. Какой-то маленький шарик достала и тихонько его приклеила снаружи. Уже два шарика таких сделала вокруг. С тем, чтобы домик был незаметный и никто его не трогал. Думал, что это кусочек грязи. И поэтому можно внутри в отверстие тихонько спрятаться, закрыть головой, и никто не заметит. Это очень тихонько и удобно. Личинка, личинка, вылезай, вылезай. Что-то там спряталось. Вылезай, вылезай. Покажи свою голову. Покажи свои усики и лапки. А то мы тебя снимаем, а ты тихонько себе сидишь. Боишься, потому что светло, жарко. И кто-нибудь, может быть, еще и съест. Поэтому лучше посидеть, спрятаться. Ну ладно, решу все-таки немножко выглянуть в окошко. Покажу вам голову немножко. Покажи свои усики. Покажи свои лапки. Личинка, личинка, вылезай, вылезай. Вылезай, вылезай. Давай, 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 давай. Вылезай, 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 вылезай. Покажись, покажись, покажись. Не бойся, не бойся. Лучше спрячусь, лучше спрячусь. Вот так. Вот такая. О, вот, вот вынесу, вынесу кусочек грязи. Вынесу для домика. Чтобы домик лучше. Поэтому, если у вас появятся вопросы, даже вы какие-то по делу, по защите растений, можете, то не только на кухне, а в доме, посылать ваши вопросы на электронную почту. Предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале, вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно, интересно. А если захотите выразить свой donation это называется, орг-взнос. Поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Сейчас это нормально. Можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в Патреоне со своей карточки, которую все сейчас расплачиваются за еду в магазине. Даже не доставая никаких доляров из кармана, не обменивая. Сразу со своей карты. В какой-либо своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Патреон. А я укажу вас как спонсора поддерживающего канала, мы с вами будем еще общаться. Под Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочь, а приятно. А может, даже и не мелочь, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот так.